Как известно, после переноса запуска ракеты на новом космодроме «Восточный» Владимир Путин сделал выговоры главе Роскосмоса Комарову и вице-премьеру Рогозину. Но тогда возникает вопрос, а где выговоры правительству, которое не выполняет майские указы президента? Своим экспертным мнением на эту тему поделился эксперт накануне ТВ, политический консультант Анатолий Вассерман. Выговор объявлен главе Роскосмоса и вице-премьеру по оборонной промышленности не за перенос запуска на сутки, а за то, что они не доглядели за строительством космодрома «Восточный» в целом. Поэтому первый запуск опоздал на добрых полгода по сравнению с планом. Плюс еще 5 миллиардов разворованных рублей, систематические невыплаты заработных платы, так что дошло дело до массовых протестов. Но почему же нет выговоров не исполнителям майских указов? Ведь они также опаздывают, но уже далеко не на полгода. Анатолий Вассерман уверен, просто выговор для этих представителей правительства был бы слишком мягким наказанием. Выговоры тут раздавать бессмысленно. Тут надо менять теорию, которой руководствуется экономический блок. Если понадобится менять людей, которые окажутся не способны поменять теорию, но выговоры объявлять бессмысленно, ибо эти люди добросовестно исполняют свои служебные обязанности именно так, как их учили в разнообразных высших школах экономики и прочих российских филиалах западных организаций, предназначенных для истребления потенциальных конкурентов. Выговором отделаться для этих людей было бы слишком легко. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для «Накануне ТВ». Подписывайтесь на канал «Накануне ТВ» и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».